Расскажи мне, у тебя зубки болят? Первый рабочий день в новом кабинете. Знакомство с маленькими пациентами. Детский стоматолог Екатерина Гафутуллина знает, как подружиться даже с самыми капризными пациентами. Она не только зубы лечит, но и избавляет малышей от страха перед стоматологами. С любым ребенком можно найти к нему подход, всегда можно поговорить, всегда все можно объяснить. Если дети приходят со своими игрушками, они обязательно расскажут про своего этого героя, что это, кто это. Если еще врач знает, что это такое, так тем более, это все будет хорошо. Общий язык будет обязательно найден с ребенком. Теперь маленькие жители Самарского и Ленинского районов Самары могут проверить здоровье зубов в детской поликлинике номер 3 на улице Самарская, куда ходят на прием к другим специалистам. Стоматологический кабинет здесь был открыт по просьбам родителей. Такое сотрудничество двух лечебных учреждений экономит и время, и силы пациентов. Здесь большая часть специалистов, поэтому это удобнее. Большую часть мы проводим здесь у врачей. И можно к стоматологу там зайти. В год проходит через центр порядка 2500 детей с различными заболеваниями. И, соответственно, стоматологические услуги тоже востребованы. Профилактика в самом раннем возрасте – залог здоровых зубов на всю жизнь. К стоматологу нужно наведываться каждые полгода. Хотя зачастую этим правилам пренебрегают и бегут к врачу, когда уже поздно. Профилактика, лечение и даже образование. На наглядных макетах ребят учат, как правильно чистить зубы, чтобы по жизни идти с сияющей улыбкой. А в стоматологическом кабинете надолго не задерживаться. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.